Ориентировку на поиск угнанной машины получили все дежурные экипажи ГИБДД. Рано утром автомобиль был замечен неподалеку от поселка Урбидари Гурьевского района. В машине группа подвыпивших молодых людей. Местными сотрудниками полиции были предприняты меры к их задержанию. Заметив погоню, молодые люди покинули автомобиль и бросились в рассыпную. Но все же были задержаны. В ходе разбирательства выяснилось, что к угону автомобиля из Ленинска-Кузнецкого причастен только один из них – уроженец Урбидари, сейчас проживающий в нашем городе. Он доставлен в отдел полиции Кольчугинский, заведено уголовное дело. Автомобиль возвращен владельцу.